Теплая погода в этом году радует всех жителей региона, особенно дачников. Выращивать рассаду они начали еще зимой. Пора ее высаживать в открытый грунт и возвращаться на огород. Ульяновские садоводы открыли дачный сезон раньше обычного. Поздравить с началом любимой пары огородников решил губернатор области Алексей Русских. Вот правительство Ульяновской области, я лично уделяю самое пристальное внимание развитию СНТ в регионе, потому что это практически целая армия, половина населения области занимается садоводством. Вот по нашим оценкам, где-то 500 тысяч жителей Ульяновской области, это все садоводы. Вы, во-первых, это, как бы сказать, очень приятное занятие, им всегда очень хочется заниматься, и все мы с нетерпением ждем сезона. Во-вторых, садоводство помогает решить продовольственную проблему. Садовое товарищество «Солнышко» последние несколько лет активно развивается. Сегодня в СНТ 1200 участников и примерно 5000 садоводов. Уменьшается количество заброшенных домов, прибавляются молодые дачники. Средний возраст садоводов в товариществе 35-40 лет. Эта тенденция распространяется и на другие СНТ. В «Солнышке» есть вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания. Мы занимаемся, соответственно, благоустройством, очисткой территории. Далее мы ремонтируем подъездные пути, линии по СНТ, соответственно. Вот, и меняем водопровод, налаживаем коммуникации наших СНТ. Мы работаем не только над коммуникациями, содержанием в надлежащем виде, но и общественной работой занимаемся. В 2022 году у нас была демонстрация на 9 мая. Высажен был Парк Победы, Парк памяти. Да, мы чтим нашу историю. Инфраструктура садовых товариществ не останавливается в развитии. Каждый год добираться на дачу становится проще. В этом году проложат комфортные подъездные дороги, на которые заложено 50 миллионов рублей. Проведут работы по налаживанию бесперебойной подачи воды и электричества. А также продолжат благоустраивать территории. На это из бюджета выделят еще 10 миллионов рублей. Все это сделает комфортным пребывание на участке не только в летний период, но и круглый год. Каждый садовод индивидуально получает, значит, индивидуальный лицевой счет, устанавливает ему прибор учета, и он оплачивает в Ульяновскэнерго напрямую, то есть не в СНТ, а за качество подаваемой электроэнергии уже отнесет ответственность электросетевая компания. Вот. То есть садовод может пользоваться своим дачным участком в течение всего круглого года, что сейчас у нас уже и происходит на территории садоводческих товариществ. У нас строятся жилые дома. К слову, сезон огородов в этом году начался раньше обычного. 17 апреля к СНТ пустили сезонный транспорт и в усиленном режиме заработали дачные маршруты. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.